Допустим, какая-то проблема, да, в кишечнике, ну, образовалось давление, скажем так, да, что-то не выходит, что нужно выйти, и ужасно болит живот. Есть такие ситуации, да, то мы просто берем и фактически вот так вот такими движениями массируем вот так вот нашу ступню. Наиболее быстрый эффект, именно если у вас есть, допустим, воздух, да, копился воздух, может выйти большое давление и так далее. Я надеюсь, вам видео поможет избежать различных каких-то вещей, проблем и так далее. Вот.